Двое 16-летних подростков задержаны в Казани по подозрению в сбытии фальшивых 5-тысячных купюр. Неделю назад в полицию стали обращаться сотрудники служб доставки еды и таксисты с заявлениями, что с ними расплатились поддельными деньгами. Один из таксистов рассказал, что заказ получил через приложение, стоимость поездки была 200 рублей, а в комментарии было указано, что необходима сдача с 5 000. Мужчина довез молодых людей, дал сдачу и только потом выяснил, что купюра была поддельная. Аналогичным образом были обмануты еще несколько таксистов и сотрудников службы доставки готовой еды. При этом курьеры доставляли заказ только до подъезда, где их встречали молодые люди и, получив сдачу и заказ, уходили в неизвестном направлении. Не смогли вовремя распознать фальшивку и продавцы двух торговых павильонов, они также обратились в полицию. Подозреваемых в сбытии поддельных купюр задержали. На допросе подростки рассказали, что 10 пятитысячных купюр приобрели в интернете за 15 тысяч настоящих рублей. Купили незарегистрированную сим-карту, создали аккаунты в различных мобильных приложениях и делали мелкие заказы, чтобы получить большие сдачи. К моменту задержания они сбыли 8 купюр, а 2 выкинули, потому что те были повреждены. В отношении подростков возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.